это, конечно же, команда «Локомотив». Иван Новичков, номер 58-й, Александр Кучинский, 4-й, Роман Данилков, номер 5-й, Иван Тихонов, номер 6-й, Иван Жосткин, 8-й, играет под 16-м номером, Тимофей Анисимов, 6-й, Кирилл Карпенко, номер 7-й, Дэнни Вакаев, номер 9-й, Александр Пузач, номер 10-й, Егор Кудинов, номер 13-й. Ну, вы слышите, что диктор на трибунах объявляет. Тот же состав, который назвал совсем недавно я. Вот мы с вами не видели. Лотыш разбегается, бьет и супер сейв. 21 лайкос, залетаем, всем добра. И тебе, Артемий, тоже добра. О, северное дерби, Витебск, Корша. Проход и пас! Есть первый гол! Забивает «Локомотив». Ну и посмотрите, как будто не радуется футболист абсолютно. Не знаю даже, с чем это связано. Иван Тихонов получает передачу, кажется, даже от Будько и даже не выражает эмоций. Что странно. Как-то обыденно очень. Так, опасно и очень хорошо играет Сай. Ну, наверное, из знаменитостей больше никого я не вспомню. Пас-центр. Еще один пас. Кухаренок бьет, и это сейв Сая. Ну, хорошо. Возможно, возможно, я что-то путаю. Ну, Филипенко точно был. Так, Кухаренок, удар, вот уже который раз, и забивает Кухаренок, хотя удар не получился. Вы видели, как медленно мяч катился? Но Андрей на опыте. Мне казалось, что настолько слабо пробил Кухаренок, точно гола не будет. А Дмитрий Сай убрал руку в самый последний момент. Хочется еще раз пересмотреть, потому что есть вопросы к вратарю. Вряд ли. Бумпром еще из Гомеля хорошую игру показал. Да, даже Осипович неплохо играет. Да, многие команды неплохо играют, но результата нет. Снова ошибка. Тихонов, ближний угол, кажется, офсайд. Так, Даник ГВБ, хороший комментатор. Давайте матча 3-4 в туре работать. Ага, если бы давали. Диагональный пас, удар по воротам. Некрашевич странный, пробил. Потому что, на мой взгляд, он просто-напросто убирал руку. Возможно, ему показалось, что мяч летит мимо ворот. Опасно, снова Сай куражится. Будько чуть было его не обокрал, но однозначно будет удар. С этим я даже не согласен. Не спорю, и удар, конечно же, не от Лотыша, а все-таки от... Некрашевич снова включается в игру. Через центр, классно, удар по воротам, и еще один мяч залетает в сетку. Вот это гол получилось забить Слониму, и как же классно разобрался Дэнни Макаев. Он получил пас от Некрашевича, развернулся, при этом два защитника висело у него на спине. И так точно, элегантно отправил мяч в ворота. Некрашевич. Подача. Удар по воротам. И вот он 2-2. Счет, но гол отменили. Отменили. А такая красота залетела. Слишком эмоциональный футболист. И налево пас. Кирилл Потершук. Потершук. Бьет издали. И Новичков справляется. Но мяч прилетает на ногу игроку Слонима. Отскок. Потершук добавляет. Ютуба. Советский Пашка будет лучше в Беларуси. Диагональная передача, и снова Саи, удар, и мяч летит мимо. Стали играть, даже нарушений стало меньше, карточки тоже перестали показываться. Будько получает мяч, есть открывание, он замах делает, уходит левее, с левой ноги, бьет сумасшедший удар, но Сай отбивает.